Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Fallout Shelter. Ребенок вырос, это очень хорошо. И еще получаем 130 крыжек. Просто великолепно. Так, называем имя, да? Чего вы мне не даете? Странно. Собрать 330 единиц пищи. Тоже выполнили. Так, давайте энергию, еду, паки. Так, а вот у нас девочка Джойс и Стюарт. Не, давайте лучше тогда Джойс. Отлично. Так, а здесь у нас Даниэль и Фрост. Давайте Фрост назовем ее. Все. Замечательно. А, еще у нас тут. Давайте Самуэль. Эль Джексон. Ну что, у нас вроде бы как кто-то в пустоши, если я не путаю. Глянем сейчас мы с вами. Да, они добежали у меня. Дикие гули. Ну что же, давайте посмотрим, насколько они дикие. И справимся ли мы с ними. Я думаю, что в принципе без проблем. Убить светящегося. Кого светящегося? Гуля или таракана? Сейчас мы это узнаем все. Ну давайте, охламоны, бегите уже. Ну, по ходу дела, здесь у нас будут одни гули везде. И босс, скорее всего, тоже будет гуль. Ну, давайте, стреляйте, елки-палки. Что же вы так долго, медленно? Так, у нас написано было, что стрельба, скорость стрельбы зависит от ловкости. Чертеж получили какой-то. И уровень у меня персонаж получил 12-й. Так, и рейдеры еще здесь, к тому же. Как-то очень странно, да? И гули, и рейдеры, и все в одном здании. Может быть, они просто хотели смыться, да гули им не давали. Ну, давайте, добивайте, отлично. Так, машинка тут, это хлам. И рейдеры. Продвигаемся с вами дальше. Так, куда нам лучше рвануть, вверх или вниз? Давайте, наверное, вниз, тут как бы поменьше комнат. Быстрее у нас получится их проверить. Забегаем. И, как обычно, ну да, тараканы. Все. Дадите лут. Один дал. Опять же хлам какой-то. И как вообще мне пришла в голову мысль покинуть убежище? Ну, вообще-то мысль пришла не к тебе, а ко мне. Я тебя отправил на задание. Так что можешь себя не винить ни в чем. Смотри, везде тараканы у нас. Тут, короче, и тараканы, и гули, и рейдеры. В общем, давайте еще сюда крыс этих добавим. И когтей смерти. Кстати, ребята, а это правда, что если у меня будет станция привлекать новых жителей, на меня будут чаще нападать когти смерти? Как бы мне один добрый человек это сказал, как на заметочку. Но, если честно говоря, я этого не помню, чтоб так уж было все жестко. Ага, опять рейдеры. Рейдеры — это лакомый кусочек в плане крыжек. И сами по себе они ватные. Хотя там, помню, будет босс какой-то у рейдеров. Да, он мне тогда дал жару. Ну, думаю, здесь у нас все будет по-другому. Потому что уже опыт в этой игре есть. Так что мы знаем, как, что и почем. Тараканчики. По выстрелу, отлично. Так, сейчас мы с вами пойдем уже на верхние этажи. Потому что здесь мы с вами все облазили. А наверху еще довольно много тут места. Кстати, что у нас за задание здесь? А, убить светящего. Ясно. Сейчас мы его по-быстренькому-то, наверное, и разберем. Поехали без девчонки, а нет. Дождались-таки. Ну что, заходим. Да что такое-то? Я нажимаю сюда зайти, он мне камеру приближает. Вот единственное плохо, что питомцы не помогают. Вот он в плане якобы бьет, но на самом деле ничего не делает. А было бы хорошо, если бы это был как боевой питомец. Ну что вы, елки-палки, уже с гулями не можете справиться. Так, бронька. И хлам. Так, очередные рейдеры. Вот эти рейдеры с ножами, вообще какие-то сосунки. Сразу же там упал. Этот еще повыделывался, смотрите-ка. Надо подхилить, кстати, ее. Вот так вот.
И этого, думаю, что тоже. Все, разобрались. Что-то маловато мне дают как-то крыжик, вам не кажется? Всего лишь соточка, 80. Давали бы по 1500, по 2. Вот это был бы другой разговор. Какого лешего камера-то уж сдвинулась-то? Ёлки-палки, а? Ну-ка, давай забирать. Ну дай ты мне... Вот, лутанул. Продвигаемся выше. Ну что, осталось 2 этажа у нас. И кто здесь? Тараканы. Ладно, с ними быстренько разбираемся. Так, тут ящик с крышками. Опять рейдеры. Интересно, а кто же тогда будет светящимся? Наверное, таракан. Или гуль все-таки. Ну? Ну что, не можете рейдеры, что ли, грохнуть? Ага, вот так вы решили. Трехкратный урон. Вот так бы на боссе бы. Трехкратный урон, а то днем со днем не сождешься, когда там будет. Ну, куда вы побежали? Эй! Дурачье. Я хотел лутануть, а получилось нажал на низ. Ну что, этого рейдера, что ли, не можем, блин, лут... Облутать уже не могут. Ёлки-палки, да что ж такое с вами творится, ребята? Давайте заходим в комнату. Вот. Ничего сложного нету, вы как дурачки себя ведете. Давай, погнали. Блин, так немножко уныло. Музыки нет. Надо какой-то... Ага, ну все-таки светящийся это у нас гуль. Якобы это босс. Получится, нет? Опа, 2,5-кратный урон. И гуль отдыхает. Босс тоже мне называется. Что, и тебя? Ну давай. Так, и последний. Все. В принципе, задание выполнено. Ну, я хочу... Оу. Вот это хорошая ружбаечка. Надо сейчас, кстати, ее вот сюда посмотреть. 16-17. Винтовка Гаусса. Они у меня все теперь с винтовками. Значит, нам уже нечего бояться. Можно нападать уже на более серьезных врагов. Такие, как Когти Смерти. И, по-моему, все, ребята. Можно смело возвращаться к себе на базу. Здесь мы с вами все уже облутали. Так, чертеж редкого оружия. Интересно, какого? Че-то я не посмотрел, сколько у меня там этой колы. Загрузка, вечная загрузка. Так, дойти мгновенно, всего лишь одна. Давайте сбегаем по-быстренькому. Я вот не знаю, или сейчас мы с вами пойдем на очередное задание. Усиленный револьвер. Да нафиг он нужен, по идее-то, да? Усиленный толк вот от него. Мне бы жители, жителей нужны. Так, вы тут собираетесь у меня кричать? Нифига, по-моему, они не кричат здесь. Еще один человек буквально мне нужен для того, чтобы я смог сделать, улучшить вот это вот кабинет смотрителя. Его вообще-то даже улучшать не надо. Просто нужно 30 жителей, чтобы я мог 2 задания одновременно делать. Так, и нам доступно новое. Чего новое-то? Ага, крышки. Так, улучшить любой параметр Special у 10 жителей. И мы получим бокс. Любой параметр. Это мне намек такой, что не пора ли отправить... Нет, не в оружейку, а в комнату с тренажерами. Ну, хорошо, давайте. Сколько сейчас здесь, по-моему, 2 можно вместить. Так, давай, вставай сюда тоже. Ну, мы можем с вами, наверное, еще сделать присрочку, хотя тут что-то новенькое у нас открылось. Оружейная комната, чтобы улучшить их восприятие. Нам бы вот это надо. Вот сюда, объединяем. Эх, крышки тают просто на глазах. Да елки-палки, я этого не хотел. Стой на месте. Так, давайте-ка тогда вот этого. Хотя, с другой стороны, ребята, если я их сейчас собираюсь отправлять, опять же, на очередное задание, зачем я их в тренировочную бросаю? Вот кого надо бросать. Вот эту девочку. И, пожалуй,
И кого пожаловать? Так, у меня два ребенка, я смотрю, они скоро вырастут. И будет у нас 30 жителей, это уже что-то. А как увидеть, интересно, прогресс их развития? Сколько им еще тут качаться? По процентовке хотя бы. Никак. Скоро он получит 14 уровень у меня, Джуди. Ну, давайте тогда посмотрим еще какое-нибудь очередное задание. Блюз утраченный бутылок. Так, где ты? Вот он. Прям в лифте, а? Стоял. Ну, я его пропалил. Так, давайте глядеть на очередное наше задание, на которое можно сходить. 3 часа, 4 часа. 50 минут. 2 ядер колы получим. Ну что, я думаю, что 2 ядер колы — это было бы очень хорошо. Давайте отправлять этих ребят. Погоди, блин, столовка. Ты мне не нужен, ты будешь в столовке заниматься дальше. Так, и не ты. Ага, вот этот мне, Тимати. И последний у нас Джуди. Джуди, где она? Вот. Начать задание. Сколько они там будут идти? Погоди, вот это еще надо добавить обязательно. Пускай начинает. Что? 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 Блин! И я отправил этих парней. Черт бы побрал. Вот жалко, что они сейчас, интересно, будут, нет, защищать? Или побегут? Надо посмотреть, я вот что-то не помню. Да, конечно, будут они защищать. Ну вот это, согласитесь, глуповато. Побежали, как будто ничего здесь не происходит. Да-да-да, конечно. А в этой комнате-то и пусто. Ага, нет, не пусто. Маленький ребенок у меня здесь. Ну, хорошо, что они их не трогают. Здесь всего два чувачка. Надо срочно им поменять оружие. Блин. Так, 7. Давай вот этот тебе. От тебе мы поставим. Так, 6-7 у тебя урона. Давай вот так вот будешь наверняка бомбить. Так, что у тебя за винтовка тут? 5-6, ну, в принципе, пойдет. Так, одного рейдера шлепнули. Так, а у тебя, детка, какая винтовка? 5-6. Ладно, в принципе, винтовки у них нормальные. Справятся. И последний рейдер. Сейчас они его добьют. Готовы. Молодцы, девочки. Эй, ребята, на нас напали рейдеры. И сразу повеселел, елки-палки. Но это, знаете, это уже карлик-старичок. Он не успел родиться, а уже весь в морщинах. Лысый, короче. Но довольный жизнью. Так, что такое? Собрать, конечно. Нет, это мы продадим, это хлам. Так, еда идет. Слушайте, напруга. Точнее, электричество у нас уменьшается. Надо как-то увеличивать процесс выработки энергии. У нас не понос, так золотуха. То с водой проблема, то с электричеством. Так, детка, надо тебе, наверное, все-таки завязывать с тренировками и идти в электростанцию вырабатывать, помогать ток. Вот сюда вот пойдешь. И кого-нибудь еще можно было бы закинуть. Ну-ка посмотрим. Кто мне, в принципе, сейчас не... Вот, нет, эти медики пускай стоят. Столовка у нас тоже одна практически пустует. Нет, здесь есть народец, но мало его. Слушайте, вот от этих парней, в принципе, толку никакого. Я думаю, может быть, их отправить в электростанцию, да? Наверное, так и сделаем. Так, где у нас тут ССС? С2. Ладно, хорошо, пускай будет С2. Ну, охотничье ружье пойдет. Так, ну что, все, похалявничал. Теперь иди вон, работай. Хотя, может быть, и правда, что они транслируют в радиостанцию эту, радиостудию, в эфир там. И рейдеры нападают из-за этого.
пока рейдеры, потом пойдут когти смерти, когда мы немножко с вами разовьемся. Блин, нужен народ мне, ё-моё, ну нехватка капитальная, просто. Так, эти у меня там ребята бегут. Мы что-нибудь с вами можем построить? Новенькое еще. Оружейная комната. Это у нас восприятие будет развиваться. Куда ее влепить? Ну, давай сюда поставим. Так, значит, у нас с вами спортзал, комната с тренажерами и оружейная комната. Так, а у нас... улучшить, да, точно, я же хотел улучшить. Но, по-моему, здесь пока некому улучшать. Какой параметр дает А? А у нас куда действует? На, по-моему, столовку, да? На столовку. Так, ну давайте сделаем вот так вот. Одного парнишку сюда пошлем, пускай он тут тренируется. Пока с едой у нас нет проблем. Есть с электричеством, блин, и с водой тоже уже на подходе. Ну что там эти архаровцы-то, добежали у меня, кстати, или нет? Ё-моё, еще 45 минут им шпилякать. Хорошо, говорили, блин, побежали. Когда буду выходить из игры, я отправлю их на миссию, где можно заработать эту ядерколу. Осмотреть старый завод по производству ядерколы. Слушайте, ну если это завод с ядерколой, то дайте мне, пожалуйста, хотя бы полутать баночек 10, бутылочек. Они бы мне очень сильно пригодились. Что, опять тараканы? Ну да, конечно. Хорошо. О, вот это спасибо вам большое. Услышали мою просьбу. Идем с вами дальше. Тишина, никого нету. Какой-то пиджачок нашли. Двигаемся далее. Тараканы. Смотри-ка, нету. Наверное, вначале сходим вниз. Пройдемся здесь. Потом уже пойдем наверх. Хотя тут здание-то не особо большое. Всего лишь 4 этажа. Тараканы. Ну да. Давайте каждому по выстрелу. А, их тут 4. Ладно. Тут ящик пропустил, надо будет подобрать. Ну, отлично, молодцы. Справились. Так, будильник, это хлам у нас. Так, давайте-ка заберем вот этот вот ящик. Все. И уровень у меня детка получает 14-й. Растут потихоньку, как говорится. И гули нас встречают. Уже по 4 штуки, а? Ты посмотри. А это, по-моему, максимальное количество. Или 5 вроде бы максимум. Честно говоря, не помню. Забираем броник. Здесь у нас еще один броник. И будильник. Что, ты тоже у меня получил уровень? 24-й. Просто как на дрожжах растет. Я помню, играл, когда на мобиле у меня чувачок был с полностью всеми вкачанными параметрами по максимуму. Вот он был непобедимый, а? Плюс там в супер броне. И там у него неплохое было оружие. Так, отлично. Будильник, это... И крышки. Ну что же, пойдемте с вами на верхний этаж. Прошуршим его. Так, а задание у нас как там звучит-то? А, просто осмотреть. Но осмотреть, естественно, просто не получится. Обязательно будет какая-нибудь заварушка, больше чем уверен. Заходим. Пусто. Тараканы. Прибегали тараканы, по две чашки выпивали. Да? Как прям в сказке. Так, а здесь у нас лифт. Нет, мы вначале здесь все просмотрим с вами. Потом пойдем уже наверх подниматься. Еще, наверное, комнаты 2-3 будут. Ну, давайте, давайте, расстреливайте их. Слушайте, ну, жетухи у них коцаются все-таки, как ни крути.
от этих гулей. Да. А, даже одна комната всего лишь. Но большая. Так, и осталось еще два. Такие чумоходы, посмотрите на них, а. Ну, вы помните, да, по игре, кто такие гули? Это люди, которые подверглись радиации и стали изгоями. То есть обычные люди их не принимали. Поэтому они и жили там в развалинах во всяких. И, естественно, нападали на обычных людей. Делали рейды. Хотя в то же время они были как бы трусливые. Так надо подлечиться нашим ребятам, потому что они какие-то уже понурые стали. Что, даже тараканов не будет? Странно. Ух ты, да неужели новый житель? Уф, спасибо за помощь. С дикими гулями шутки плохи. Арти, Арти Мур, исследователь пустоши, мусорщик и вообще крутой парень. Попала Пола Пламкин. А, пропала Пола Пламкин. Конечно, милая женщина, дикие гули утащили ее в какое-то заброшенное здание. Ага, жажда странствий и успех у нас. Мне же нравится делать это, да? Да, тебе нравится. Всю, ядер колу дали. Так, а этот парнишка что, с нами не пойдет? Просто здесь для информации стоит. Жаль. Я бы с удовольствием бы его к себе бы в базу забрал. Так, что у нас тут далее? Еще гули, но это, я так понимаю, да, последние. И пойдем мы с вами домой. Ну, расстреливаем, расстреливаем, ребята. Слушайте, а параметр ловкости, это у нас какой, интересно? Какая буковка? Круто! 13 уровень получает, конечно, круто. Так, вернуться в убежище. Ок. 3 ядер колы получили. И 300 крыжек. Хорошо, в принципе. Так, мы можем с вами быстренько добежать и пойти на следующее задание. Дойти мгновенно. Подтверждаем. Не понял. Погоди-ка, погоди-ка. Так, где этот охламон? Где охламон тут появился? Все говорят, в наушниках лучше слышно. Нифига не лучше. Я его не вижу, ребята. Как обычно, сливается. А когда пересматриваешь видосик, ты его почему-то обязательно увидишь. А когда ищешь в игре, ни шиша не видно. Так, уровень получает стимпаки. Ядер колу, ребята, я не взял, потому что они еще якобы не донесли, поэтому нету. Придется им там пиликать пешком и довольно долго. 1,5 часа, да, если я не ошибаюсь? А нет, 24 минуты. Но для нас это все равно долго, потому что 24 минуты, что мы будем сейчас тут делать? Абсолютно ничего. Единственное, что, как я вам уже говорил, параметр. Качаешься? Качаешься, давай, тренируй там. Буква А. Это у нас для столовок. Ну да. Можно, в принципе, и вот этого еще отправить. Если не ошибаюсь, на первых порах они довольно быстро ее прокачивают. Хотя у него лучший параметр — это S. А если мы... Вот так вот сделаем. И тебе тоже мы сделаем параметр А. Одеяние послушников. Блин, а что, получится? Нет ничего? Нету, к сожалению. Ладно, пускай так пока занимаются. Так, столовочка снабжает нас едой. Когда же вы, дети, подрастете, а, елки-палки? Мне нужны работяги. Катастрофически, как говорится, не хватает нам рук. Так, 5-6. Сейчас получим еще воды. Забираем. 603 крышки. Блин, придется уничтожать, офигеть делать. Генератор нам это не нужно.
оружейная. Потом будет классная комната. Но тут уже от 30 жителей. Потом 32. А максимум у нас сколько жителей здесь? 100. 100 жителей — это, по-моему, максимальный предел. Да, я думаю, мы, кстати, быстро дойдем до этого параметра. Особенно, когда у нас будет доступно две вылазки. Плюс мы сможем найти редкие, эпические эти, как чертежи для оружия. Для оружия, для брони. Ух, да, конечно, они там будут долго делать, ребят, как типа в Hustle Castle. Не одну неделю. Но оно будет того стоить. Хотелось бы, конечно, чтобы здесь, в этой игре, можно было еще улучшать это оружие свое. Ну, как типа заточки делать. Было бы шикарно. Ну, конечно же, тараканы, елки-палки. А почему? А потому что эта комната у меня пустует. И, как обычно, эти гады лезут там, где все тихо, как говорится, и спокойно. Давайте, идите, атакуйте эти гаденыши. Во-во-во-во, разошлись-то. Кстати, можно будет жилую комнату, наверное, одну построить еще сюда. И уже вот здесь протянуть лифт. Да, наверное, мы сейчас так с вами и сделаем. Ну, чё... А, елки-палки, они убежали, а эти сюда перебежали. Так, давайте сюда, разбирайтесь с ними. И вот еще обидно, что когда, например, мы деремся с этими тараканами, я ничего не могу сделать. Так, пока давайте мы с вами продадим всяких лап. Продаем все. Ой, винтовка — это вообще страшная. Так, тоже продаем. 1-3. Вообще не нужно такое. 2-4. Хотя иногда для крафта требуется, например, вот улучшенный 10-мм пистолет. Плюс там дополнительные ингредиенты, и мы его якобы можем улучшить. Сколько у меня места? Так, место на складе 85, занято 51. Так что пока нет смысла ничего разбирать, оставим. Так, 10 уровень, 6. Да что вы так там долго крошите-то их? Я не понимаю этого. Иди давай сюда. Ты тоже уже покоцанный на пределе. Так, лечим, и ты тоже. Совсем, я смотрю, расслаблен. Ну уже не могут с тараканами справиться. Ё-моё, что у вас там за пукалки-то в руках? Давай-ка глянем. Ну, атака 7, в принципе, неплохое оружие. А у тебя вообще шикарное. Да, тараканы, которые нападают на базу, в разы сильнее, которых мы встречаем на рейдах. Так, и я хотел сделать еще жилую комнату, если получится. Жилая комната. Получается. Ее мы ставим вот сюда. Ага, и объединить, наверное... А нет, получается. Че, не хватает... А, конечно, 250 же нужно. Так, ну что, можем, в принципе, немножко, наверное, ускорить. Давай здесь заберем. Активируем ускорение. Сколько дадите? Так, маленько не хватает. Ладно, давайте тогда... Тогда мы, наверное, вот здесь еще запустим, да? Ну, удача. Все, теперь хватает. Давайте-ка объединим. Что-то я не помню, что за фигня-то? Какого уровня-то у меня эта казарма? Объедините 3 полностью улучшенных комнаты, чтобы использовать тему. Ага, эта комната у меня улучшена полностью. Это еще не совсем. Третий раз нужно ее апгрейдить. Но там нужно 750 крыжек. Так, где этот охламон? Где незнакомец? Вот он. Но 195 крыжек, в принципе, неплохо. Так, и что у нас тут получается? Еще вообще ни один этот параметр не увеличил. Собрать 110 единиц пи... А, за одну минуту! Житель должен вести разведку в пустоши в течение 5 часов. Офигеть, а там мне кого-то придется отправить. Ну-ка, давайте посмотрим, кто у нас тут самый такой.
Самый сильный, хотел сказать. Оу. Дойти мгновенно. Не получается. 17 минут еще им пиликать. Так как же вы долго тренируетесь-то, а? 3000 улучшений стоит крышек. Ё-моё, офигеть. Я и забыл, что такие цены существуют. А раньше я помню вот это вот здание, которое вот называется станция ядер колы, если не ошибаюсь. Пункт разлива ядер. Я думал, что там будет у меня кола сделаться. Ага, нет, там, по-моему, у нас вода вроде бы делается и электричество. Каких-то два параметра. Или ток и еда. Ну что такое? Ну никак не ядер кола, это точно. Блин, 17 минут они будут бежать. Ладно, ребят, давайте мы, наверное, поставим на паузу. 17 минут пройдет, и мы с вами продолжим. Ну что же, давайте посмотрим, истекло ли наше время, и пришли ли ребята ко мне обратно на базу. Если да, то хорошо. Ух ты, давайте все это собирать. По ходу дела еще не дошли. 9 уровень. Сколько же вам еще там бегать? 2 минуты. Отлично. Уже вот-вот на пределе сейчас придут. Так, 8 уровень. О, получил чувачок. Замечательно. 1 параметр мы повысили. Так, у 10. Это получается, что у разных нужно. А не только у этого. Ладно, позанимался, все. Иди обратно в столовку. Так, а у нас еще есть, по-моему, это у нас S, это как раз для силы. А сила у нас нужна для электриков. Что если мы... Да, можно, в принципе, этого сюда поставить. Пускай тренируется. Сейчас все равно у меня ребята подойдут. Наверное, кого-нибудь мы отправим сюда. А здесь у нас P. P-шечка у нас куда идет? Для какого здания? Так, не сюда. Ага, это для водопроводной станции. 535 крыжек. Так, это здание надо будет увеличить полностью, так же, как, кстати, и с ратпаками. Тоже надо будет этот валун убрать и увеличить комнату. Но для этого нужно, чтобы у нас было хорошо с напругой. Если мы увеличим здание, то электричество вообще будет улетать со скоростью света. Ну, сколько вам? Все, вы уже должны прийти, я вас не вижу. Где вы, родные мои? Эй, хламоны, появляйтесь, давайте за бугратом. Странно, почему-то не идут. Еда. Блин, мне бы сейчас незнакомца найти. И чтобы он мне рандом надал 500 крышек сразу, а лучше 5000. Я бы был бы очень рад и сказал бы ему спасибо. Качок. Где он? Смотрим, смотрим, ребята. Блин, он очень быстро исчезает. Вот он. 285. Ну, тем не менее, хоть и на этом спасибо. Можем даже с вами сейчас глянем секундочку. Оружейную мы с вами сделали. Давайте, наверное, улучшим медпункт. Вот так вот. Черт, он у меня еще и улучшен получается. Сколько? 1000 надо, ё-моё. Ну вы поняли, ребят, да? Вся игра тут заключается в крышечках. Давайте, заходите. 9-12, усиленный дробовик. Ну что же, неплохо, я считаю. Честно говоря, я правда забыл, как тут нужно крафтить. Это если мы с вами отправим кого-то в оружейку. Для этого, наверное, нужен нам... Создание редкого 45 жителей нужно. А для начала он будет создавать обычное, простое. Ну, простое оружие нам не нужно, если честно, да? Нам бы эпическое. Вот это было бы хорошо. Опять пожар. Ну, здесь-то вы... Эй, пожар! Девочки! Да что такое-то? Ты заплакала, блин.
Так, ну а мы, наверное, с вами давайте, ребята, еще посмотрим, куда мы можем отправить своих охламонов. Подождите, пока пожар не потушим, мы ничего не сможем посмотреть. Ладно, давайте тогда здесь. Вот этот пистолет продадим. Вот этот, кстати, тоже продадим. И у меня, смотрю, предел 35 на 15. Это обязательно нужно улучшать. Вот эти здания, чтобы у нас была вместимость больше. Сколько? 1000 там нужно, да? 1000. Не проканает пока. Но зато доступны задания. Давайте смотреть, что у нас тут есть такое замечательное. Может быть, сюда отправить? Ну, 14 часов, ё-моё. Тут 3 часа. Задание дня. Лопата нам какая-то будет дана. Подготовка королей пещер. Смогут ли харизматичные и ловкие жители одержать победу? Тут нужно S4 и A4. У меня, по-моему, таких персонажей нету. Хотя можно глянуть. Нет, действительно. Значит, мы с этим заданием в пролете пока. Пола в опасности. Спасите Полу Пламкин от диких гулей. 8 уровня. 45 минут они будут бежать. Ну-ка, давайте-ка сделаем, наверное, мы с вами это задание. Спасем девушку. Так, этот. И кто же у нас тут еще-то? Так, вот он. Забираем стимпаки, ратпаки. И давайте начнем сразу. Не будем, как говорится, тянуть кота за хвост. У него и так он коротенький. Все. Сейчас мы будем спасать. И, по-моему, если я не ошибаюсь, она ко мне примкнет в отряд. Спасти Полу Пламкин. Начинаем, ребят, задание это. Ну, где вы тут? Кстати, тебя надо подлечить, моя красавица. Вот так вот. И, по-моему, тебя нет. Хотя тут все отлично у нас. Давайте продвигаемся с вами дальше. Тишина, как перед бурей. А здание-то большое? Ну, приличное, приличное. Пока нам достается один хлам. Ну-ка, здесь кто-нибудь будет? Кто лучший? Мы лучшие. Прям как команда тут орете. Ух ты, ядерколу получил. На халяву одну штучку, это хорошо. Ага, вот у нас гули здесь. 3 штучки. Давайте быстренько их раскромсаем. Слушайте, а ловкость у меня параметр P, если не ошибаюсь, да? Надо будет его, кстати, развить хорошенько у всех, чтобы они стреляли побыстрее. А то как ватный. Еще одна ядеркола, вообще замечательно. Тараканы, отлично. С тараканами мы сейчас быстренько расправимся. Лутанем, сойдет. Конечно, сойдет. С тараканами драться — это тебе не с когтями смерти. Если не ошибаюсь, когти смерти в игре — это самый сильный противник. Ну, если кого-нибудь, конечно, новенького здесь не добавили за мое отсутствие. Так, здесь у нас полка, стол и еще один стол. 3 лута будет. Ну, плюс еще сейчас с горгули что-нибудь получим. Ой, с горгули. С гули, конечно же. Ядеркола. Послушника. Бронежилет. Ну что же, если так все легко пойдет, то быстренько мы сейчас пройдем это задание. Опять гули. Да, ребят, я так и не увидел в ваших комментариях по поводу, что стоит вот это вот проходить с комментариями или просто на ускоренном быстро это все проходить. Или вообще показывать, как мы сюда зашли и как уже закончили, что мы получили весь лут. Так будет, наверное, даже лучше. И заниматься в основном только лишь базой своей. Хотя 50% от игры сразу теряет смысл. Так, ну что же, замечательно. Еще 2 этажа у нас осталось.
Давай заходим сюда. Блин, мне бы третьему персонажу еще какое-нибудь животное. А вот и полоплавки. Вы спасители? Очень на это надеюсь. Да, конечно, мы спасители. Я Мэнди Макинтош. Нас поймали дикие гули. Не понял, а где Пола Планкин? Кажется, они собирались нами закусить. Ага, нами. Значит, тут еще кто-то есть. Одна женщина, Пола Планкин, сбежала. Она мой новый идеал. Пола не сказала, куда направляется? Кажется, она говорила про какое-то убежище 333. Очень много троек. Здорово, блин. Так, две ядер-колы. Блин, значит, Пола Планкин мы здесь с вами не увидим, к сожалению. Вот облом. Ну, дурочка, чё ты стоишь здесь одна? Шла бы ко мне, а? Нет, стоит, блин. У меня там безопасно, да и люди мне нужны. Тем более девочки. Мальчиков у меня там, по-моему, больше даже. Так, давайте мы последний этаж с вами зачистим. Кто, тараканы? Тараканы. Жалко, что я себе в отряд не могу взять больше трех персонажей. А так бы пятерочку бы взял, было бы вообще шикарно. Так, какой-то магнум заработал. Здесь ратпак у нас. Лут. Дробовик. И все. Погнали. Дальше последние две комнаты у нас остались. Макинтош, елки-палки, а? Стоит она здесь. Ну, давайте, по выстрелу каждому-то. Есть один, все, готовы. Хлопчики. Даже не дали ничего залутать. Надо тебя, браток, подлечить, малька. Да и тебя тоже, как бы. И тебя до кучи. Все, последняя комнатулька. И здесь у нас никого нету. Возвращаемся. Так, по-моему, у меня... Так, 5 штук. Возьмут с меня одну бутылку, это 100%. Потому что всего лишь 45 минут бежали мы сюда, так что... Ну, давай, давай. Ага, дойти мгновенно. Хорошо, побежали. Подтверждаем. Оп, и все. Мы уже дома. Ох, елки-палки, с напругой, так как у нас плохо дела идут. Ай-яй-яй. Очень-очень скверно. Так, ну что, давайте мы тогда этих ребят с вами отправим добывать электричество. И будем, наверное, с вами завершать эту серию на сегодня. Продолжим с вами в следующий раз. Так, с напругой мы с вами разберемся. Еды пока нормально, и воды тоже очень даже хорошо. 1315 у меня крыжик и 6 ядер колы. Давайте вот это здание мы с вами улучшим. Да что такое, до сих пор не объединяется. А следующее улучшение 3000. Да что ж вы издеваетесь-то надо мной, а? Ну, а этот у меня пока будет качаться. Этот тоже тренируется. В общем, пока все хорошо. Ладно, ребятушки, на этом завершаю свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Если что-то есть хорошее для меня или чего-то я не знаю, пишите мне в комментариях. Будем это проверять и экспериментировать. Ну все, всем удачи, до скорых встреч.